Да, Соня, молодец. Вот именно челнок, ну, конечно же, давайте так, в моем восприятии, скажем, да, это движение вперед-назад, челнок он сам по себе, туда-обратно. То есть это движение на месте вперед-назад. Очень короткое, не с ноги. С ноги на ногу тоже можно. Попробуйте, пожалуйста, я же ничего не говорю, что. Но я, например, минут секунд через 30, у меня уже бедра будут в этой кине, вот, кислорода не будет. Я блокирую жестким голеностопом сустав голени, сустав колена, и у меня фактически нету работы мышц, тем более работы бедра. Заблокирован сустав, да, вперед это подскоки. Это уже не челнок, это подскоки. Челнок это движение на месте. Давай, Сынка. Движение на месте, которое определяет оп, обеими ногами. Конечно же, есть какая-то амортизация. Ускоряйся. Оп. Речь. Просто к игру, а? Во, молодец. Так. Все остальное, челнок это на месте. Остальное это подскоки так называемые. Прыжок, подскок, да. Естественно, что заблокирован мой голеностоп, это челнок, это короткие резкие движения, короткое резкое перемещение. Весь раунд в челноке, да бога ради не надо, оп, походил. Здесь вообще встал, водички попил, да, привет передал. А тут, опа, и обратно, да, где руки? То есть, челнок это один из элементов бокса. До встречи.